Некоторые карты PUBG Mobile были обновлены и улучшены. Начнем со знакомого нам всем Эрангеля. Все верно, в этот раз мы усовершенствовали регион Сталбер. Мы упростили структуру некоторых помещений и добавили три канатных дороги. Быстро перемещайтесь между четырьмя регионами для более эффективного сбора припасов. Также выходит крупное обновление режима «Последствия». Боевые припасы, расходники и другие припасы были полностью обновлены. Для брони и оружия появились еще большие улучшения. Расходники теперь обладают запасом энергии. Много припасов ждут не дождутся, пока их соберут. Кроме того, мы добавили несколько новых элементов на карту, чтобы улучшить игровой процесс. Побеждайте охрану в укрытиях и сторожевых постах, чтобы получить отличные припасы. Вступайте с товарищами на поле боя прямо сейчас.